Ситуация в Украине сегодня стала темой обсуждения на заседании Совета безопасности Казахстана. Под председательством главы государства, в частности, было обсуждено влияние данных событий на экономическое развитие нашей страны. Рассмотрев и другие аспекты международной повестки дня, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость учета факторов и тенденций, складывающихся в мировой политике и экономике на фоне событий вокруг Украины. Также глава государства подчеркнул важность принятия решений, направленных на обеспечение дальнейшего экономического роста и выполнение намеченных планов по развитию Казахстана.